Кто такой строитель? Строитель, он строит дома, делает дороги, стадионы, может даже целый город построить, садики и еще дома, квартиры и больницы, полицейский участок, пожарная станция. Строитель может построить магазин, потому что он очень нужен для людей. Там можно покупать еду, игрушки и телефоны. Какая форма у строителя? У него есть каска, а еще специальная одежда. У него есть специальный совочек, и он мажет вот так вот стены и кладет кирпич. Еще у него такой пояс есть с инструментами. Пила, бензопила. И молоток, гвозди. А ты хотел бы стать строителем? Я не хотела стать строителем. И там трудно работать. Я хотела стать строителем, потому что я люблю делать все своими руками. Я хотела свой дом из дерева. Просто, чтобы строить дома, квартиры, полицейские участки, садики и больницы и пожарную часть. Я хотел построить своими руками свой дом. Я хочу стать строителем, потому что я сделал дом из дерева. Хотела, потому что строителям здорово быть. Поздравь всех строителей с профессиональным праздником. Дорогие строители, я всех поздравляю с праздником и с днем строителей. Я пожелаю вам, чтобы они никогда не болели и чтобы они хорошо себя чувствовали. Всех строителей с праздником и широкие-ебкие дома. Большие стадионы и много садиков. Я поздравляю всех строителей с праздником, чтобы они строили побольше всех домов. Чтобы они работали и никогда не болели. Чтобы у них было много домов и чтобы они побольше отдыхали.